D6 будем захватывать. Захватывать? Ну, центр. Ну, пойдем. Так, а я на чем? Бери. Идем с пятачком. На остановку за бычком. Так, а где подъем-то здесь? Где мы выйдем? Вон он. А там дальше. Я так понимаю, с какой стороны мы выйдем. Где возле Мордорской домны. Мы уже не успели. А жаль. Да ладно. Подумаешь, не ты первый умрешь. В том-то и дело. Получается как раз наоборот. Пока затупки тупят, мы умираем. В принципе, можно вот этих двоих синих поддержать, пойти им помочь. Погнали. В спину зайти. Товарищам, которые сейчас в Е7. Ну, понимаешь, мне кажется, что мы выйдем там сейчас на всех. Ну, да нет, там ТВ максимум будет. Смотри, потом мастер. Или два лэнса. Один должен быть. Даже с этой стороны один должен забыть ходить. Угу. Ром-дом-дом-дом. Надо киндер забирать, не понимаю баню. Олег, хрен. Дальше. Двигаемся. Не стоим. Смотри, наш киндер. Этот упал вниз какой-то хрен. Не того мы сверху. Надолго. Так, давай справа ехать. Направо. Ох ты, господи, давай я назад. ЦТ, тенгер уже слева. Да. Опа, а тут снизу этот батл мастер. А, хоть и. Снизу. Ай-яй-яй. Охренеть, я в лаве перегрелся. Нормально все. Ой, ножка какая у него. Что за извращенское убийство? Пойдем обратно. Так, цель Г, Гриффин целый. Они там все внутри уже стоят. А что, они все здесь? Все внизу? Да, надо это в этих играть, как его, Спарта и все такое. Ладно, мы скинули. Хотя он сам испугался. Так, кто там сзади говорит у нас? Кто сзади? Стреляет сзади. Я мискликнул. Ты больше так не делай. То я сразу пугаться начинаю. Так, на Е6 какая-то хрень стоит. Сейчас посмотрим, тут вот у нас здесь, у нас здесь спокойно. Вон тибер вдалеке. Ай-яй-яй-яй, кочка сраная, отходи арту, это я кинул, промазал. Нормально. Так, они... Ой, смотри, кто есть тут у нас. Тут еще катапульта ЛРМная. А, вижу, просто подвигни. Я на нее отступил. Долбрингер. Перегрив. Анча. Так, перегрив. Нормально. Криптос стал под выстрелом. Так, вон тимбер внизу. А, не все. А сколько тимберов? Классно, не поставили. ЦТ-шный упал. Так, катапульт, крутните куда-нибудь по-быстренькому. Там, напугайте ее.
я перегрелся с собакой. СТ, алло. Посел. Ага. И внизу какая-то там ракетная снега. Че? Всё, упал, походу, там да? Вся шняга внизу. А, ещё, подо мной еще какая-то. Ну это шняги вообще. Сколько можно перегреваться? Ну это же это, мордор и все такое. Что у меня снимает? Что за тварь? Да там вот внизу вот. Да не внизу, ёшки. Они на меня даже не смотрят. Да. Что там играет? Что-то ЛРМ, хотя бы да, ЛРМ 20 повесил бы, Артемис. Да, кто-то сзади стреляет, кстати. А, это я стоял, у тебя просто это ракетами. Да. То есть я даже не задел. Я понял, понял. Я думал, что кто-то есть. Тебя пошатнуло просто. Обычно а там бывает. Сзади вон ИСМ нашего глушит где-то. Где? А вот там, где он сгорел, в F5 где-то. Пойдем посмотрим. Ворон? Нет, подожди, там цемент. А ворона? Ворона мы эту, она вон горит. Валяется и горит. Я же понимаю, что будет цемент. По брингерам мы это раздели там, не знаю, по-всякому. Спайдер, наверное? Не видел спайдеров. Так, ну, наверное, сюда убежал. На 4-3. Вот туда он не будет бегать туда. Ага, он самоубился. Сказал, не дамся я вам. Недостойно и пушку носить такую.